Итак, всем привет в одном крайне нестандартном месте для моего канала. Это Clash Royale. До этого у меня уже был один ролик, но там я показывал, как скачать версию старого Clash Royale. Хотя этот ролик, он уже давно не актуален. Он мне собрал 500 просмотров. И даже не поэтому, а просто потому, что я очень люблю Clash Royale. Я решил записать ролик о нем. Но смотрите, перед тем, как я буду вам говорить какие-то вещи, хочется сказать пару... Ну, и о том, чем мы будем, собственно говоря, сегодня заниматься. Ну, может быть, кто-то уже понял по этому отрывочку. Так вот, смотрите. Спасибо вам огромнейшее за 100 подписчиков. Я не могу. Ну, это... Типа, я никогда не думал, что будет правда. Это первый ролик, который записывается уже после этих 100 подписчиков. Большое вам всем спасибо. Я не знаю... К сожалению, каникулы, сами понимаете, они уже скоро заканчиваются, поэтому будет тяжело как дальше делать ролики так же хорошо, но я постараюсь набрать когда-нибудь 1000 подписчиков. Вот такая моя мечта теперь. Ну все, так, и еще кое-что. Я говорил, что будет для Metro Dash. Вчера, нет, позавчера я делал оброс, но не будет, короче, там есть свои причины небольшие. Так что, ну уж вот так вот. А сегодня у нас ролик по Clash Royale очень неожиданно, возможно. Ну, даже невозможно, это реально неожиданно. Смотрите. Короче, я в него вернулся, тут немножко слил, самую малость. И потом, я решил как-то тренироваться, это играть Хогом 2.6. А это такая классная, очень популярная колода, которая апает очень нереальные ранди. Я заменил, короче, бревно на варварскую бочку, ну и... Оно в целом себе неплохо так показывает. Но, есть... Понимаете, у меня были осколки, но я не знал, как их юзать, чтобы сделать себе эволюцию. Эволюция же, если что, типа прокачанная версия обычной карты. Я не знал, как это сделать, но вот я, кажется, догадался. И сейчас я буду себе крафтить эволюцию рыцаря. Потому что я тупой, я не буду себе делать эволюцию этих бомжей, королевских рекрутов. Но у меня будет эволюция рыцаря. Ну что, вы готовы? Фрагмент Джокер. Вы готовы выбрать? Сейчас я это сделаю и буду играть. Заменю ледяного голема в колоде Хог 2.6 на рыцаря. Я это сделал. У меня полная эволюция рыцаря. Все? Или типа, что мне надо сделать? В теории у меня полная эволюция рыцаря. Давайте мы прям... У меня специальная колода подготовлена. Получается так вот, да. Вау! Ну, ребята, ну что, вы готовы? Сейчас мы пойдем играть. Так, ну, пожелайте мне удачи. Давайте сначала здесь сыграем, потом, может быть, сыграем где-нибудь в другом месте. А пока что давайте так. Ну, погнали! Эволюция рыцаря. Я готов к бою. Так, давайте, чтобы не тянуть, сразу же его скидываем. Потому что мне надо быстрее крутить цикл, чтобы у меня был этот рыцарь в цикле, сами понимаете. Но он спавнит этого чувака. Давайте мы пробуем, кажется, пойти по другой стороне. Спавним этого. У меня еще есть пушка на деф, если он что будет делать, так что я готов ко всему в целом. Ладно, я не буду этим огненным шаром пытаться как-то убить, наверное. Потому что мы просто делаем так вот. Ой, нет! Я не то поставил! Я поставил. Ребята, я не специально поставил не ту карту. Я должен был следом поставить эту путь. Опять я тупанул. Так, не тупить. Нет, я что-то туплю. Сегодня вообще как-то не играется особо. Давайте вот так вот сделаем. Ну, он должен с ними поразбираться, чтобы они не нанесли какого-то масштабного урона мне. Ну и попробуем, давайте-ка здесь пройтись. Не знаю, он по правой стороне, может, сейчас пойдет, я готов пушку заставить. Но он дефается, это логично, в целом. Да, так что давайте вот так вот подготовимся. И пока они тут вместе, пока этот принц не улетел никуда, можно... Пожалуйста, попади! По-братски не попал, крыса вонючая. Не, алло! Не-не-не-не-не, вот так давай, вот так хорошо. Так, давайте этого поставим, чтобы он сагрился на него. Не сагрился. Я опять ошибку, я что-то допускаю ошибки сегодня, какие-то прям такие тупые, нереально. Но мы держимся пока что. Так, ничего не время ставить рыцарь, потому что он должен охренеть, так, знаете, прям нереально, то, что у меня его эволюция. Поэтому будем тянуть вообще очень-очень долго. Вот так вот, все, погнали, можно делать. Вперед. Он думает, даже какой-нибудь донатер, наверное. Еще ледяного духа, чтобы он побыстрее это его подвозил, так сказать. Во! Идеально! Идеально залетел ледяной дух. Вы это видите просто? Он не готов сейчас к такому. Ну, навалял немножко этот рыцарь, конечно. Хотя в целом, что неплохо. Ну, давай, я надеюсь, что сейчас он не доберется до мушлетера. И мушлетер, сейчас мы пойдем в следующую атаку сразу же. Просто. Потому что я теперь могу как бы идти в атаку и через рыцаря, и через хога. Это просто прекрасно. И, ну, походу, делаем ухана. Нет, он не сдается нифига. Так что давайте мы... У него еще есть довольно большие шансы. Так, он за этого вас спавнил. Но мы уходим в деф, короче. Так, я сбил этого. Моя ошибка была. Пожалуйста! Неплохо. Идеально. Давайте так сделаем.
А то они как-то меня напрягают. Ну все. Теперь можно пытаться снова крутить рыцаря, чтобы я мог снова эволюцию получить. Так он неприятно делает очень. Прям крайне неприятно он делает. Ну все, теперь можно идти. Прям вообще накидали карты сверху. Ой-ой-ой, вот это плохо. Ну, давай, блин. Хопана. Не до конца, конечно, получилось, как я хотел, ну ладно. Вычислитель поставим, чтобы они тоже защитились. О, найс, идеально. Так, ну все, мы победили, кажется, да. У него остался на секунду. Он не успел. Хотя эта атака могла меня снести, кстати говоря, у меня было очень мало хп. Но вот так вот давайте мы вот так вот сделаем. Хопа. Не будем очень много спамить смайликами. Ну вот, офигеть, у меня есть эволюция рыцаря. Типа, у меня здесь же такой стандартный есть Хок 2.6. Но этот Хок 2.6, это вообще у вас вся нереальное что-то. Мне что-то как хрустнуло. Давайте получим. Давайте, что нам выпадет, как думаете? Нам нужно на рыцарь, желательно. Где мы это хорошо? Давайте смотрим. Ну, такое себе. Ну, получше немножко, но все. О, на рыцарь, кайф. Правда, мало было, но ладно. Имени Пека, ну, неплохо. Неплохой был сундук, мне понравился. Так, я еще хочу, конечно, в этом сезоне успеть добраться, знаете, докуда? Вот до сюда. До... Я не знаю, ну, вряд ли в этом ролике прямо у нас получится. Хотя давайте попробуем. Потому что я коплю на осколок. В этом сезоне еще хочу осколок урвать себе этот. И потом как-нибудь сделать что, эволюцию там такое себе. Потому что это очень классно играть с эволюцией. Прям, ну вы не представляете. Че, теперь куда пойдем? Давайте в спарте вперед. Я никогда в этот режим не играл, прям сегодня вчера он появился. Давайте, спарте вперед. Давайте, прочитаем описание хотя бы. Да блин, серьезно, сфига ли? Что там на меду? Это что такое? Че? Че за хрень? А что происходит? Я один нифига не понял. Что это? Алло. Это что за наркоманский режим? В смысле, блин? Это что за режим? Я не понимаю. Так, Настя, мы вот так сделали. А играю Хогом 2.6. Надо поменять по колоду. Хотя, что, нормальный же колода с эволюцией рыцаря. Что я меняю? Надо, получается, надо сносить. Вы понимаете, в чем прикол? Типа, ты если сносишь, то у тебя спаркли появляется на твоей стороне. А мы нифига не успели. Не успеем снести. Он кинул элитах. Элиток. Кинул. Блин, нет, пожалуйста, не надо. Ну. Короче, нам у нас все плохо максимально. Но нам надо. Смотрите, сейчас они заспаются еще раз, и мы, наверное, кидаем огненный шар. Давай, я успею! Они успеют? Ну вы серьезно? Ну мне не хватило миллисекунды. Так понятно, у нас все очень-очень плохо, потому что он со своими спарками меня уже заколебал, честное слово. Ну, походу, хана мне. Походу, мне хана. Я ему не нанесу никакого урона. Но у нас есть эволюция рыцаря. Я готов. Сейчас мы попробуем закомбочить как-нибудь. Смотрите, сейчас оно попадает, это фигня. И мы потом идем в лютое нападение через Хога и рыцаря одновременно. Че, погнали? Погнали. Плохо, очень-очень плохо пошли в нападение. Прям ужасно пошли в нападение, но... Блин, вот рыцарь он не задефал, конечно. Рыцарь не тут не задефал. Нет, не смей! Ну, видали его, а посмел. Ну нет, ну не дойдешь. Как этого принца вообще дефать, а? Алло, офигели. Ну нет, ну это же ты... Короче, я понял, тут нужны карты, которые могут наносить просто какой-то нереальный урон. Рыцаря мы убирать не будем, но Хок 2.6, пожалуй, далеко не самая лучшая вариация для этого. Так, это не моя мини-пека. Это была не моя мини-пека, но... У него 5 спарти. Спарти, кстати, очень классный режим, кстати говоря, вам скажу так, ребята, мне прям нравится. Тут уже бесполезно, Миша, что делать, как бы. Думаю, да. Ну, да, собственно говоря, мы ожидаемо очень проиграли, но... Вот так вот сделаем. Этот пин, он один демон, кстати, стал по багу, скорее всего, я не уверен. Так, у нас нифига нету. Ни одной короны мы не собрали. Так, ну я считаю, что нам нужна новая колода, потому что это как-то прям вообще очень-очень плохо заходит. Давайте мы... Так, нужен кто-то, кто... Вот я думаю, что охотник мог уже прям идеально. Давайте оставим охотника, следов. Вот так вот давайте оставим. Да, давайте вот так вот оставим. Ну и, понятное дело, этого принца. Твой рыцаря. И попробуем, допустим, взять... Как, может быть... Надгробие. И нам надо еще от воздуха, наверное. Что-нибудь воздушное. И для скорости прокрути можно взять, к примеру, тебя. Как-нибудь давайте вот так вот сделаем. И думаю, можно даже неплохо так с этим играть.
Надо еще что-то напоследок взять, и это может быть, допустим, фаербол. Ну все. Супер колода, вообще офигенная. Ладно, я сам просто так придумал только что. Давайте сыграем. У нас с ним светит одинаковый знамен, но ему повезло, конечно, больше. Как обычно. Так, мы сразу же спамим слетиков. Пожалуйста, давайте, кто бы забыл быстрее, слетить или спарки? Давайте, я должен успеть. Моя спарки, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я не успел. Я не успел. Да вы заколебали, как я опять не успел? Да что за хрень, как против этого играть? Чего? Ну и что мне делать, пожалуйста, скажите? Ну все, он спарки получил, а что мне делать теперь? Давайте след отошлите катку. Ну след, ну тупо след, знаете, след сол. Так, нам нужно... Спавним опять. Принца, у меня есть большие шансы. Стенобой, это вообще... Это стенобой, это дисбаланс. Давайте. Найс, ну все, ну все. А теперь, вот ты прикалывался надо мной, вот вы все надо мной издевались, да? Ну вот, что, теперь моя очередь над вами всеми издеваться, да? Ну, все. Да пошел ты нафиг. Да пошел ты нафиг. Да куда? Нельзя так издеваться над бедными людьми. Хопана, а мы... Да ну, все, можно было уже не... Хотя, стоп. Давай, нам нужно. Электродух, на тебя вся надежда, пожалуйста. Пожалуйста, электродух, давай. Ну, камон, ну вы издеваетесь. Я типа думал, что электродух, он целый, он вас собьет, а... Ну бесполезно, типа сейчас Спарки выстрелит и все, и хана мне. Хотя мы дефаемся вроде бы как. Еще даже каким-то просто чудом. У этой колоды как-то мало от воздуха. Вообще прям как, ну, катастрофически. Нет, не иди, супер, нет, ну нет. А стоп, она не бьет их, что ли? Чувствуете, какие-то лошары. Ну мы больше не боремся даже как-то Спарки эту. Ну тут мы проиграем в этой спарковской, спартакской битве. Так что надо готовиться к дефу, потому что он по левой стороне пойдет как-то вот, ну мне это, ну, катастрофически не нравится. Бум. Слева, ну, да, нафига ты сделал? Идеально, всрал один эликсир. Так, давайте ждем и спавним мини-пеку. И спавним слетиков. Ну все, ему хана, уже тут. Куда? Да куда? Почему? Почему? Моя мини-пека. Вот почему она сагрилась не на слетика, а слева. Ну почему? Все так ужасно. Давайте на откропе поставим, что на деф нам. Опять мы проиграли. В этой битве спартакской. Что уже несу за бред, а? Уже не знаю, что со мной. Давайте так. Сейчас спарки должна пропасть. И потом нам надо пойти в последнюю атаку. За счет нашей спарки. Все, она ушла. Но я не знаю, типа он вообще не дает типа ни секунды мне расслабиться. Все, давай двоих. Вот так вот. И вот так вот. Не знаю, ну мы обязаны. Да куда снова он? У меня вроде бы как есть даже эволюция, но что-то мне вообще это не поможет никак. Ну он просто тупо идеально. Мне даже эволюция никак не помогает. Не нравится мне это все. Давайте что-нибудь другое. Давайте, ну вас нафиг, а с этой спарки. Давайте попробуем последний раз сыграть где-нибудь. Думаю, тут играть бесполезно. Давайте, знаете, где сыграем? Есть хорошенькая идея. Давайте сыграем вот здесь вот. Только давайте тут уже возьмем Хога 2.6. Думал, тут может... Нет, давайте, у меня еще одна дика для ролика. Вот я думал, типа, ее сделать еще изначально. И давайте, пятую вот эту фигня колода. Давайте мы все нафиг удалим. И смотрите, что я хочу сделать. Берем этого. Боже, это я как будто бы либер спортсмен какой-то лютый. Давайте пробуем найти колоду. Текущая колода. И смотрите, нам нужен рыцарь, и все. Больше, давайте пробуем найти... Это, короче, генератор колоды рандомной. С рыцарем. Ок, погнали, давайте перенимем ее. Ну и что же у нас тут есть? Ну, рыцарь мы сюда. Получается, у нас есть и против воздуха много чего есть. Хорошая колода. Давайте теперь попробуем сыграть. Знаете где? Вот здесь вот. Быстрый бой. Let's go. А что он так быстро нашел? Я офигел. Я только стул поправил. Уже он нашел. Ладно, давайте сразу же просто вас моментально будем атаковать. Не тянуть. Нифига, мы тут в атаку пошли тише. Еще лучше, нет, у нас есть огненная. Ну, лучница должна там что-то... Ну, куда? А, все, он сдавает, окей. Ну, мы нанесли какой-то урон, маленький, но мы урон нанесли. Это вот, хотя даже неплохой урон мы ему дали, я вам скажу. Блин, мы ему вышку активировали, ну да ладно. У нас есть этот шар, и это наш большой, очень классный козырь. Давайте... Мега-миньон. Блин, тупая атака получилась вообще. Ну ладно. Надо подождать и подкопить эликсир. И вот потом уже будет хорошо.
Как нам это дефать? Ну, я думаю, надеюсь, что он задефает. А мы пробуем, конечно, пойти по другому месту. Да, я просто буду верить. Почему он следов не поставил? Странный какой-то. Чувак? Давай, одна тыка, пожалуйста! Найс, одна тыка хотя бы здесь была. Вот, он хоть одну тыку нам сделал. Ну все, у нас будет эволюция рыцаря сейчас. Потому что мы его уже во второй раз делали. Теперь нам будет еще по кайфу. На деф лучницу. И можно в целом даже вот этого на деф. Не знаю, надеюсь, он поможет нам. Так, таран. Ну, у меня нету рыцаря, я бы так это еще с эволюцией пошел вперед. Давайте, нам надо выиграть. А вот прям тащить надо вообще как капец, как люто. О, мы сломали ему вышку. Ну, давайте дешево будем дефаться как-нибудь. Так, у нас есть рыцарь, он будет... Они все охренеют от этого. Надо как-то пойти уже в атаку. Через лево. Ну, слушай, у него еще много времени, чтобы нас сломать есть. Блин, я тупой, нафига я заспамил. Ну, там слева мы идем в атаку, он типа мини, вроде бы как, он даже там цикл наш тиммейт прокручивает. Так, мне нужен эликсир подкопить. Мой чувак-чувак должен дефаться пока что. Потому что мне нужен эликсир, мне нужно 7 эликсира, и я пойду в нереальную атаку просто года. Ну давайте, let's go. Ну давай, дефайся, давай, пошел, давай, дефайся. Ооо, ну вперед. А. Давай, ты стрелу забросил, и я. Все, ну это победа, просто, Вася. Рыцарь, топ, рыцарь, это имба, не кондрится. Я так обожаю эту карту, моя любимая карта теперь-то. Все, рыцарь просто, one love, я не знаю, но все, это как и мы победили. Давайте шар еще забросим, чисто так по фану. Ну все, это победа, ребята, мы победили. Это было невероятно круто. Все, мне вообще в нем все понравилось. Он даже хочет играть снова. Давайте примем. Классный чувак, давайте даже с ним еще разок скрываем. Все, победа. Идеально. Он хочет меня лишь играть еще раз, но давайте мы это выйдем. Простите, прости, чувак. Тем более, что мы в друзьях, поэтому он мне может пригласить в любой момент. Сами вот видите. Это он. Давайте, какой-то у него профиль. Просмотр профиля. Хоть у него мало кубков в самом. И мы даже смогли добраться, докуда мы хотели. Все, вообще идеальный конец ролика. Все, спасибо большое, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.